eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, друзья, добрый день всем. С вами Микелиард. Также с вами сейчас подключится Cold Etil. И мы стартуем SLTV Precision Start Tournament. Соответственно, сейчас мы будем для вас комментировать полуфинал сетки лузеров. И здесь будут играть такие команды, как Hard Random и X-Game KZ. Ты тут? Да, всем привет, здрасте. Tidehunter Enigma, это круто, просто супер какая-то пупер связка. Посмотрим, заедет она в первой игре или нет. Вот главное, чтобы с таймингами все было круто у пацанов, и тогда просто залетят и всех убьют. Я вот позволил себе вчера сыграть в папчик и вот нарвался на такую штуку. Ну, это было очень сильно, но представьте, что делают ребята на профессиональной сцене, которые так далеко уже дошли на пресизоне. Начиналось все давно, а сейчас уже финишная прямая у нас, ребятушки. Это, правда, сетка лузеров, но все равно. Какие крутые команды играют. Game KZ, пожалуйста, Hard Random. Это же просто супер игра. Просто, я не знаю, самая лучшая игра на сегодня, наверное, в мире доты. Вот и нам посчастливилось за ней наблюдать. Поэтому все сюда зовите и смотрим именно на Star Ladder 4. Ну, что я могу сказать? Да, сегодня и завтра последний день уже SLTV Precision. Сегодня вас ожидает HR против X-Game KZ, соответственно, здесь у нас на первом канале параллельно идет PR Cliff. Вы можете включить два стрима параллельно и смотреть сразу за двумя схватками. После этого в 22 часа по Москве в 20 сет будут победители этих пар. Ну и завтра уже BBC ожидают победителей вот малого финала, в финале лузеров. И Albums ожидают прямо в гранд-финале BO5. Своих соперников, ждут не дождутся, там потирают ручки. И там будет уже каточка за первое-второе место, соответственно. А какие вообще ставки? Кто должен победить? Есть какие-то прогнозы? Именно по этому матчу или... Да. Нет, по этому матчу вряд ли. Можем мы с тобой сделать прогнозы. Ну, на мой взгляд, на самом деле, X-Game KZ все-таки, ну, посильнее выглядят, как ни крути, и... Тут... Я сейчас смеюсь, потому что Дума взяли, это же просто капец. И Брюмастер будет, пацаны, в Думе, и Тайт, и Нигма. Как они сконтрить это все? Что-то КЗ, вот хоть ты говоришь, что они посильнее, ну, может, скиллы посильнее, но по пику пока как-то они, ну, я не знаю, как все отдают. Ну, я пик не учитываю, это понятное дело. Но опять же, да, идет такой расчет, что может быть в любой момент пойти такая тема, как недооценка противника. Вот это как с BBC, да, все такие, типа, кто такие BBC, а тут там Undying с Эмкой, пожалуйста, в лицо во всех играх. Но альбомы, я так понимаю, они там сориентировались, да, и выбили BBC вниз, потому что там как-то банили все, что надо было. И против V3-3 этого летающего Скаймага и там Undying не пошло почему-то. Не, ну вот PR там недооценили противничка, а вот теперь по лузерам, давайте, друзья, поехали. Тяжеловато будет по лузерам-то и пройти все-таки ПРом, там не такие уже слабые команды на их пути будут встречаться, ну и поэтому вот, зря вот они BBC так легко. И, кстати, с BBC могут они встретиться еще раз. Ну, я думаю, в этот раз они уже будут знать, кого банить. Ну да. Хотя BBC тоже должны какую-то фишечку придумать-то, то есть еще одну. То есть одна фишка заезжает, точнее, надо что-то подумать. А, кстати, вот КЗ, казахстанцы-то, ребята, видите, такой пуш набирают, типа как Фурион, видите, котел у них, ну, попробуют продавливать лайны, может быть, еще какого-то героя там с какими-то, я не знаю, самонами или там, который бы там танковал, ну, что-то делал.
как-то решили, поняли уже, что попали, в общем-то, в засаду, тут как бы очень опасные вообще герои, надо как-то бы от этого всего... Ну, котел, да, котел тоже крутая штука, вот забываем мы вот иногда в силу того, что какие-то новые тенденции в Доте появляются, помните, там, как после Старладера 9 сезона, этот просто первый бан Ember Spirit, все, сейчас уже Ember Spirit, все про него забыли, вот возвращаются там виспы, зато появились в банах тинкеры. Ну и, кстати, против Старладера, когда, точнее, Старладер закончился, тогда вот и Ликан тоже был в банах, но Ликан в банах и остается. Но Ликан как-то все-таки оказался, наверное, пополезнее, чем Ember Spirit, потому что... Ну, оказалось, что Ember Spirit, его контрить можно, да, то есть просто не даешь ему фармить, и вроде как он убивается. А Ликантроп — это тот персонаж, которого контрить-то тяжеловато, потому что он же с самого начала игры очень сильно раздает. И поэтому тут проблематично. Там фаст некра, ой-ой-ой, у тебя как-то вышки пушатся, и лицо твое как-то болезненно воспринимает все эти тычки от Ликана. Ну и приходится его банить периодически. А Легион Командер, он вообще есть же в пиках? Ну, то есть, как бы, его ж не убрали из доты. Почему не пикают? Я просто что спросил, я вот как-то вспомнил сегодня, посмотрел вот... Там, не знаю, час смотрел гайды по Легиону Командеру, то есть, что он вообще умеет, что за герой, ну, такой, вроде неплохой, как бы, можно как-то использовать, или как, или нет, пока применения. Его, по-моему, нету еще в этих... А, в CM-моде, в смысле, нет? Да. Я понял. Ну, тогда жалко. О, и Алхимик, слушай, такие плотные просто тут все товарищи, ну, тут просто проблема будет, чтобы просто снять ХП со всех. Тут Алхимик под ультой, там, под этим эсид-спреем, Дум там тоже с этой своей огненной землей, да и тает пассивка просто. Она сейчас каких-то двух, я не знаю, супер-керри, ну, хотя и саппорт же нужно еще, да, правильно? То есть у нас центр есть, у нас есть оффлейнер типа Фурион или там, ну, наверное. То есть саппорт, еще саппорт нужен какой-то керри, ну, тут надо как-то, наверное, два каких-то керри брать, потому что, мне кажется, маловато на такую толпу. Не, ну герой. Опять же, смотря как игру вести будут, то есть... Да, да, да. Тут, может быть, какое-то... такое дело. Потому что, ну, опять же, Hard Random сейчас набирают, знаешь, такой стандартный, более такой пабовский пик, такой Titan на Hard Lane, там, Enigma в лес, там, Doom. Хотя тут тоже такой интересный расклад. Тут три персонажа могут... Просто два персонажа могут пойти в лес, три из них могут пойти из четырех пойти в хардлайн, и вообще беда. То есть хардрендом сами себя. Все везде могут пойти, а в мид, на самом деле, все четверо могут пойти, ну, теоретически. Нигма, ну, конечно, да, в мид особо не ходит, но, ну, типа, может и пойти там. Ну, TI-1, там, вспомнить, если, да. Да, да, все в порядке. Тенди и Black Hole выдал, поэтому тут мало ли, может, тоже расчет там на один Black Hole и на Ravage, а потом сразу минус три стороны, типа, и GG. Так, ну, забрали казахи себе вот Дазля, и, в общем, совсем как-то у них пик, ну, пока, ну, то есть, по ХП, вот ХП-пул, если сейчас взять всех героев, просто собрать в кучу, сколько у них там ХП будет, там, левели на 10-м, учитывая артефакты, которые они там к этому времени могут собрать, ну, просто тут будет там, типа, 800 ХП, там, котел, 800 ХП Дазл и Профет, в лучшем случае, ну, там, 1000 Брюмастер, то есть, там, на 4 героев будет 8 на 3, 3-400 ХП будет, ну, такое, а тут у каждого, там, наверное, 1000 по полторы, ну, не по полторы, но 1200, наверное, будет, ну, короче, просто беда. Ой. Ну, что, Мартакил любого или Войт, ну, что такое надо брать, я не знаю, там. Вот. И играть через там 4 медаса, например. Ну и нормально. Как я тут видел, когда вчера комментировал, по-моему, или позавчера, там тоже 3 медаса у команды. Собрали, все хорошо. Поехали. Го-го-го, каточка. Правда, они не помогли все-таки эти 3 медаса. До лита не дотянулись. Хотя нет, или помогли. Я не помню точно. То ли помогли, то ли не помогли эти медасы. Это беда. Ну и... Все-таки получается, Алхимик у нас как керри и Дум в мид, раз пикнули Бэйна сейчас ребята из Hard Random. Ух, ну, короче, будет жесть, да. Или Дум как керри, Алхимик на мид, то есть тут надо еще подумать. Ну, типа, лучше, конечно, Doom, наверное, проще, ну, то есть, как герой в центр. Doom, ну да, кажется, уровень красивее. Быстрее набрать и уже попытаться погангать вместе с Doom. Ну, потому что против Брюмастера с его пивной бочкой, ну, тяжеловато будет крипов добивать. Эти миссы, это дикая вещь. Подбегаешь добивать крипа, а у тебя он не добивается. Фан теряешь. Может быть, Doom, если повезет скушать вот этого, как она, Гарпия Штормодел. Вот это было бы, конечно, ему, ну, если он в центр пойдет, это было бы
великолепно. И Dragon Knight берут. А, типа. Типа Кэрри Dragon Knight, да, я так понимаю. Ну... Кто в центр? Не, на самом деле лучше, если пойдет Брюмастер в центр, потому что он будет контрить либо Дума, либо Алхимика 100%. Ну вот, а ДК как бы мог бы пофармить, ему бы неплохо пофармить. Ну и я. А если Тайда отправить тогда в центр? Не забыл рамку брать, это слава богу. Тайда в центр? Ну, против Брюмастера, типа, он там банкер смеш. Это тогда трипло идти против какого-нибудь там... Котла, это вообще опасно. Опасное дело. Хотя, кстати, на самом деле, ребята и X-Game могут пойти и через котла... Кстати, котл без шапочки. Интересно смотрится. Вот. Собственно, с котлом на чужую харду можно... Ну, на чужой легкий лейн можно спокойно идти и набивать лица, если же тот же самый ДК, Дазл, котл. Да, это будет шикарно. Ну да, там главное тогда в харде поставить там где-то вард, ну нормально, чтобы просто видеть этого котла, который будет за деревьями там где-то здесь постоянно находиться и задувать там во все стороны эти свои иллюминейты. И тогда просто если вардец какой-то поставить, чтобы вот не забрали, то будет, наверное, ну уворачиваться, в всяком случае, пытаться будут это делать. Посмотрим, сейчас вот вышли все втроем, наверное, варды стать или что-то такое, непонятно. Ну котл, я так полагаю... Бюджет варды ставить. Дазл, непонятно, почему-то вниз идет. Тут пока что от X-Game непонятно, что они хотят сделать в итоге. На самом деле я понял, они просто фору хотят дать. Фору хотят шерам в одну игру дать сейчас. Ну, ага, это... слушай, а тут же забанили, да, смотрите? Тут банчик поставили для против Enigma, и тут все очень хорошо. Так, молодцы. Ну, да, резко забанили. Спот и Яджитсу теперь будет очень тяжело здесь стоять. Крипов половины не будет. Либо тяжелый стак здесь, либо там легкий стак. Но легкий стак еще отпуливать надо. Ну, в общем, огромные проблемы сейчас будут у Enigma. Это факт. Мы видим, что Алхимик прогеймер будет играть на Алхимике и, соответственно, на миде стоять против ДК. Так вот, решили распорядиться. Ну, пусть Enigma идет в чужой лес, я не знаю. То есть, я думаю, там Яджитсу сориентируется, что вообще ему делать. Не первый раз, наверное, на Enigma играет. Так, ну, тут Ноксик разбанил. Ну, точнее, не разбанил, а забрал чужой вардес. Ну, ничего страшного. ДДС взял нормально. Ну, он сейчас убрал его, но если Котл обратно поставит, по идее, не будет видно этот вард. И, соответственно, его нельзя будет разбить. А котел, кстати, сейчас увидит вот этот вот. Да. И такой, хоп. Все нормально. Нормально. Ты мне, я тебе такой. Ну, окей. Так, Тайд все-таки сложная стоит, да? А это 2-2-1 получилось у них так, типа, ну, Дазл пока с Орионом? Что, да, тут получается, Котл сейчас придет к Брюмастеру и думает, что это действительно более-менее легко будет, так как Дум у нас... Формирует вместе с Ноксиком на лейне. Enigma будет по-любому стоять в лесу и особо высовываться не будет. Соответственно, можно даблой спокойненько постоять и уфармить уровень. Ну а тайда можно отгонять с помощью Дасла. X-Game все-таки переиграли вот в данной стадии ребят из команды HR. Осталось только команде HR единственный вариант. Это Ноксика как задул котел, еще один ударчик и по Ноксику, и еще... Нет, не пришел, не успел, тут Дум закрыл. Закрыл, ну, проход, да. Если котел, может быть, быстро задует. Задуй котел, на ход, задуй иллюминейтом, давай задувать, разбегается. Ну, попытался, нормально, то есть, как бы. Ну, да. если бы это был пап, то 100% бы никто там ничего не делал бы. А тут видно, что скилл, видно, что крутые ребята играют, и видно, что не даже если там пик, может быть, по нашему мнению, проиграли, то, как бы, по игре проигрывать не собираются. Как бы, из каждой ситуации максимум выжимают. Ой, нашел. Ноксик, что ж ты делаешь-то, дружище? Ну это First Blood, мне кажется, однозначно. Будет тут просто да. И еще при этом Брюмастеру дают. Неплохо так. С самого начала. 400 голды. Для себя, как мейн керри такого. Что Ноксик, я не понял вообще его мув, когда тут стал. Ну, короче, ладно. Ну, на да, его совести. Как здесь, да. Понятно. Может, прятался там от кого-то. Ну, типа, был за это наказан. Ну и что, приходит у нас Котл еще во вражеский лес тут. Побегал, посмотрел.
На Энигму сейчас будет еще мешать фармировать. Да, вот, видим, задувает. Тут слабо, слабая задувочка, надо было подольше постоять. Ну да, но все равно первый левел пока там на 200 максимум врубил бы. Ну ничего, ничего, нормально. Котел как бы развлекает на самом деле сейчас всю команду, еще и тут ее решили. На него зашли тут и... Ну, забрали, да. Ну, да развлекался. Да. Развлекал, но зато типа там как-то... Кстати, там 0-0 там в спирит гоняют сейчас. А как 0-0, это кто? Это типа агент 0-0-0 или как? Кто на нем играет? Нету информации. Ну, это вот... X-Game пусть сами виноваты, что мы их не будем говорить, что это за никнеймы, потому что сами виноваты и сделали вот эти дурацкие свои... Ну да, да, да. Скрываются. Не, если в пабе тебе так прикольно, ты играй в пабе, но когда ты играешь в турниры, то лучше уж обратно себе возвращать свои никнеймы. А, ну да, кстати, может быть... Действительно. Ну, хотя на самом деле в пабах тоже там миллионы всяких там Аки и Дэнди можно найти, но с другой стороны, действительно, играешь на профессиональной сцене, поэтому, как бы, может быть, и вести себя соответствующе. Ну, такое. Котел, да. Котел продолжает играться. А, кстати, я так понял, что тайда и сложные совсем прогнали. А, нет, просто он тут пулит. Пулит он, и тут уже трипл стак сейчас будет. Ну, Тайд знает свое дело. Ну, хоть что-то, всё. Да, на харде это все-таки необходимо делать. Вот пишут в чатике у нас бывает, что X-Game на минус морали, X-Game очень плохо играют, и не факт, что они тут и выиграть-то могут на самом-то деле. Ну, там такие вещи я прочитал. Ну и да, спрашиваю, до двух побед? Да, это бот 3, соответственно, до двух побед. Но Тайд, кстати, это вот, как бы там не было минус морали у X-Game, Тайд второй левел так и не получил. Поэтому минус моралью, но Дазл с маном вот на профете нормально там, в порядке играют. Так летит, кто-то Фурион хотел там как-то прилететь вот сюда наверх и что-то тут подзабрать, но не получилось. То ли Thunderclap не прожал Брюмастер вовремя, то ли там что. Короче, решили не цеплять. Ну вот пока там. Что у Бэйна имеется фулмана, имелась фулмана, то... Было тяжело его забрать. Вот сейчас можно лететь. Можно лететь спокойно. Летит Фурион, правильно, надо закрывать. Как задувка-то прошла, там минус ногтик, еще за спринтом надо погнаться-то. Ну и 3 секунды буквально-таки до Тандерклэпа, можно клэпнуть. Давай клэпнул, ну заберут, задув, котел. Вот она, минус мораль, ребятушки. Пока что минус мораль, все в порядке. Может и была, но вернули, я думаю. Не, а может быть реально на минус морали, ты как бы бывает такой зол, короче. У тебя все плохо в жизни, ты хочешь на ком-то отыграться. И в данный момент ребята из команды X-Game отыгрываются на хардрендом. Ну, опять же, одна команда в стар-серии, другая в про-серии находится. И явно здесь уровень-то разный. Но опять же, это пока что не было врыва Enigma плюс Tide. А вот там уж мы уже и посмотрим. Да, это будет, конечно, сложно пережить, особенно если Doom там себе блиндайгер соберет, чтобы там запрыгивать в брюмастера и давать в него Doom, пока он там не разложился, то там, конечно, прокаст сильный. Но такое. То есть, как бы, Star серия все-таки может, наверное, любых героев катать и исполнять все, что угодно, поэтому будем наблюдать. Будем смотреть за красивой дотой, но пока что она, я думаю, и вас, и нас радует. Как бы там ни было, не сказать, что игра пассивная, интересная. Ну да, может быть, мало фрагов там, но как бы игра красивая не только фрагами. Тут интересный момент был то, что опять пришли в лес к хардрендомам и зачистили очень много у Enigma там эйдолонов и стаки какие-то, и в итоге не дали ей пофармить нормально. И там Фурион огромное количество денег вместе с котлом заработали. Это круто. Товарищи уже в центре 7-й овел получили оба, поэтому вот может быть какие-то от них ганги. Ну да, причем у алхимика-то имеется медалька. Вроде как с медалькой-то и надо убивать всех подряд. Ну или там на Рошана выйти, я не знаю. Ну, не, наверное, на Рошана рановато, нет, что дэмэджа почему? Нету. Кстати, эйдолоны. А, да. Дела. Можно. Ну и кстати, смолганг от команды Хардрендом. Сейчас они будут выходить, наверное, куда-то. QVE! QVE на Драгонате, ребятушки, играют в центре и настрелял уже 36 крипов и 17 заданайл. Нормально, ну вот ждут его, да, ждут, ожидают. Ну окей, сейчас. Будут как-то байтить или еще что-то. Опять же, если алхимик начнет первый надавать колбу, поймет ДК здесь, что какая-то... Оп, обошли ногти. Так,
Слип, хорошо. Вот сейчас раскрутит. Как же раскрутит он на все 5 секунд почти. Ну, QVE может и уйти или нет? Не уйдет? Нет, вряд ли. Хотя, отлично, он застанил именно Энигму, но это не дало его каких-то других вариантов, потому что имеется и брейнсапы, и огромное количество дэмэджа у алхимика под минус броней. Ну, с другой стороны, не получилось дать блэкхол у Яджитсу. Дум, кстати, Мидас я принес, как бы там все плохо не было, но на 8-й минуте, считайте, Мидас, типа, ну ок, нормально, учитывая, что Деваур еще есть. Дум, короче, нафармит свое точно. Пока, кстати, он до сих пор, смотрите, вот со спид-аурой бегает кобольдовской. Вот так вот, у него без сапога, там мувспид. Ну, тут сплит, ай-яй-яй, ну все, по-моему, спринт добегался тут с аурой кобольдовской. Вот тут он пытается что-то делать, в лесапы и уйти, но ветра его закрыли правильно проход в лес, и Дум, в общем-то, наелся. На этом изи-лайне для себя. Ну, очень долго, кстати, Бримастер его бил с пинта. Бил, но все-таки добил наконец-таки. Тяжеловато это выходит с первыми-то спиритами убивать. Ну, ничего, врагов. Да. Брюмастер говорит, я там в Аганим скоро выйду. А хотя нет, он же, смотрите, барабанчики себе собирает. Тут качевал гонять, ой, Фурион тут ультанул, просто этого хватило, чтобы Нику забрать. А, ну... Потихонечку, полигонечку этот котел-то будет вкачивать себе первый скилл, а потом там 500-600 дэмэджа вносить, и это будет печально. Котел шестой уже, седьмой почти. Слушайте, ну, вот она минус. Ну, действительно, какие-то злые, наверное, X-геймы там, кто-то, наверное, их там, не знаю, в пабе обозвал нубами, там, что-то такое, и они такие, типа, сейчас мы покажем вообще, ребятушки, отыграемся на всех там. Давайте нам сразу и ПРов, и Нави, там, все, кто хочет пресизон выиграть, мы сейчас всех выиграем. Ну что, прогеймер все-таки также продолжает стоять на миде. К нему там ботл летит, ТПшечка, может что-то будет делать наконец-таки алхимик, потому что пассивный алхимик это не очень, когда он стоит-то на миде. Ну да, ну может алхимику дагер тоже какой-то надо. Вот помнишь, когда была вот эта тема с алхимиком, я не помню у какой команды, но вот алхимик шел в центр, собирал себе фаст дагер, там начал раскручивать, типа бутылочку, колбу, типа вы такие, а раскручивать надо бежать, бежите, а у него все равно блинк дагер, он там допрыгивает и все. Тем более с тем алхимиком, который сейчас, да, там, чтобы кинуть колбу, нужно там буквально 0,5 секунд, если хочешь хорошую колбу кинуть, то печально. Печально, надо как-то над этим думать. Ну и что, у Дума есть ульт, у прогеймера скоро ульт, конечно, закончится. Ну ладно, есть хотя бы колба, минус броня, есть спрей, поэтому можно попробовать на топе кого-то забрать. Тайду надо шестой, наконец-то, получить, но пока не получается. У него пока еще там надо примерно по левелу, там 200 опыта. Ну, пока у нас наверху, да, что-то происходит тут, или внизу. Нет, внизу отогнали, в принципе, казахи отогнали от своего тавра. Да, и каким-то образом Тайт умер, то есть вроде тут трипла на триплу стояли, никто никого не бил. А вот на топе Ноксика сейчас пытаются забрать, Ноксик пытается себя засейвить с помощью слейпа. Погоня, стан залетает, ну и никуда здесь Ноксик уже не уйдет. Еще спинта можно забрать, да, отличный по нему дэмэдж сейчас проходит. Пару тысячек долетает и отправляется в таверну. Прилетает сюда Тайт, 5-го уровня, ничего особенного не может сделать, кроме как самостоятельно умереть. Но там прогеймер сзади пытается как-то добить ДК, у ДК огромное количество брони, ну и просто разбегаются. С другой стороны, убили сейчас двоих ребят из Hard Random, ребята из команды X-Game, и в итоге не очень размен получился. 2 в 0. А в той ситуации я посмотрел, там Дазл убил Тайдхантера, ну, то есть яда. Набросил яд и потом дотикал яд. 8 на 2, ребята, 11 минут игры прошло, ну вот если посмотреть на графики, то все очень хорошо видно, какая команда ведет и насколько сильно ведет. 5000 там по опыту и по золоту. Короче, и сейчас еще, наверное, тавр заберут. Такие энты интересные. Какие-то вместо головы у них цветочек. Ну и просто давят, на самом деле. С другой стороны, проблема-то в чем? Проблема в том, что у Тайда очень поздно появился сейчас ревэдж. И именно сейчас, в данный момент, нужно как-то кого-то забирать. Вот, например, почему бы не задефить внизу тир 2, попробовать, по крайней мере, через 2 ультимейта их. Там, даже через 3 ультимейта тот же Финн. Да через все вообще. Через все, да, попробовать убить троих. Убили троих там в нулину. 8-5 стал счет, немножечко отыгрались. А вот так просто ничего не получится. Ну хотя X-Game отлично отыгрывают.
Побили-побили тавр, заметили, что нет никого ни на каких лайнах, и сразу разбежались. Им вот X-гемом в чем прелесть? Вот это, знаете, как котел, он как Мирана в некотором смысле, потому что издалека забрасывает иллюминейт, и вот пока нет даггеров ни на Энигме, ни на Тайде, они не могут типа быстро инициировать, быстро сократить дистанцию, запрыгнуть типа ко всем, и все. Поэтому на самом деле X-гемы, нашли всю эту толпу. Ну конечно, нашли, там они под сентрями просто прошли вместе с сапсами, тут без шансов. При этом смог спаун с них. Давайте, деритесь же уже, зацепили котла, хорошо, Дум тут пришел, все, котла, жилу греф на котла, Дум повесил на Дазла, котел, наверное, все-таки отъедет, за Дазлом погоня. Хотя сверху заходит, ман зашел, закрыл алхимика, тут Энигма, что, ультимейт будешь давать, не будешь давать, тут Дум-то дали уже, а 0-0-то, 0-0 надо было давать, поспешили с Думом, вот он сплит дал, реведжа нет, потому что нет маны-то, и старается там, сражается. Разложился брюмастер, заберет, наверное, алхимика или нет? Или забрал, долго жил алхимик там под ультимейтом, в Дума камень, и вот Эоспанда последняя осталась, бежит, там тает, что? Нет, все, наверное, сейчас уйдет отсюда. Ну и да, и тут Блэк Холл уже вдвоих, отлично, мэна пытаются развести на хп, и отправляет его в таверну, и живет здесь пока что только Дазл вместе с брюмастером. Ой-ой-ой, еще и ДК сюда подходит, и огромная проблема у команды Хардреном. Отмирает здесь спинт, гонятся за Тайдом, Энгри Чикен сейчас уже будет только мертвым Чикеном, ну и, соответственно, где-то там на миде у нас остался Ноксик. Если вы спросите, друзья мои, в чем вот вообще, что сейчас произошло, я вам скажу. Тайд собрал вот этот вот говняный Транквил Бутс, извините за мой французский, потому что у него не было маны на Ревич. Не было маны на Ревич, ну, ребят, ну, это просто смех. Ну, как так? Ну, блин, ну, тупо вот... Это если бы сейчас был бы Ревич, то намного все лучше получилось бы у команды Ашер. Они быстрее там как-то все, свою прокачку к ним под Ревичем дали, зацепили. А сейчас вот Тайд, типа, бегал такой, дал гаш, Энкер Смыш такой, блин, а у меня-то 364 маны, а как же Ревичать, который еще 150, а где найти-то? Так вот, собственно, Транквил Буцы, ребят, ну, что за такое? Ну, елки-палки, ну, вы же играете-то не... Ну как, ну это же не баб, ну... Эх, я просто, я не знаю, я возмущен, честно говоря, и вот Рошана сейчас заберут из гема. Ну молодцы, на самом деле, наказывают, показывают, что, ну типа, хорошо, там, типа, пик у вас хороший, ну, ребят, типа, так, вы ж драться-то не можете с этим пиком, а мы... Микроошибки, да, микроошибки, они тут видны очень хорошо. Кстати, еще неплохо так пропалили ребят, что их видно вардом и ультой Фурионом. Ну и здесь Ноксик может сейчас попасться, должен делать как-то слип. Очень протормозил он со слипом, чуть не отъехал. Повезло, что не кританул брюмастер, но тут уже ДК. Ну, ДК что-то ничего особенного не сделал. Ну и сейчас будет какой-то деф, наверное. Дум, давай, Дум в мана, бей мана всей своей силой, души, думская, не знаю, проклятие, там, насылай на него все, что такое можно, забери его наконец-то, чтобы хоть как-то... Крип сейчас, нет, крип закроет или не закроет? Ну, да, не получилось. Ну, а здесь на миде уже в полную меру идет файт, убили сейчас Дазла, гонится за Эджицу, здесь у нас Брюмастер, потому что попались все под Ревич, огромное количество дэмэджа Ревич внес, ну и что, на развороте. Панда. Заслипал себя Яджицу, но погиб, так, к сожалению. Да. Не получается, конечно, от мишек-то здесь спрятаться. У них как-никак БКБ имеется и тому подобное. Ну, сейчас Тайд очень сильно просел. ДК там убил еще Бэйна, подняли ветра. Сейчас Алхимик, и Алхимик должен умирать. Клэ будет, да, замедляет. Здесь уже ДК со станом должен быть. Хорошо, стан, огромное количество дэмэджа. Ну и отправляется в таверну Алхимик здесь, потому что у него тупо не было ультимейта. Без ультимейта включенного все очень плохо становится в твоей жизни. Ну и прилетает еще Фурион сюда с Мидасом. И третьими, кстати, некрами. Это, скорее всего, будет минус вышечка, если ему кто-нибудь подсобит. Да. Ну, как-то все печально, на самом деле, для команды Ашер. Ну, типа, пусть собираются, пусть там 80 секунд ждут, пока еще один будет Ревич, пока будет у Нигмы Блэк Холл. Кстати, вот Блэк Холл уже почти готов, поэтому осталось подождать чуть-чуть времени, пока вот тогда там будет Ревич. Ну, чуть-чуть, на самом деле, это дохренища времени. Вот так вот, за минуту там можно еще там пару тавров забрать. А, ну, один Нигмы, остался. По крайней мере, есть ультимейт теперь, да, уже. Поэтому можно с Блэк Холлом попробовать что-то сотворить. Но, опять же, у ребят из команды X-Game намного быстрее перезаряжаются ультимейты. Намного быстрее, там, как ты говорил сначала, что у них хп маловато, но тут я не согласился, тут у них огромное количество хп. Ну, уже всё. Да. И вот этот дазл постоянно хилящий, плюс броня, плюс грейв, так что
очень серьезно ребята из команды X-Game выживают. Хотя вот здесь Финсгрип на мэна, кто-то его еще форс-стафнул здесь. И не дают подбежать к Nature's Profit, но все-таки через огромные старания это у них получилось. А тут та, сейв, тут сейвят, пытаются сейвить. Ну сейчас будет сплит тут, если что. Надо быстро... А вот он сплит, так, Enigma. Ой-ой-ой, какие огромные проблемы сейчас у Enigma. Хотел он дать Black Hole, но это у него не получилось. Ну, надо было уже, наверное, давать хотя бы в этих пант, чтобы самому как-то засейвиться, или решила, что не надо. Ну, то смысла не было, пант бы все равно не убили. А, раз панды бы не умерли, значит и... О, ну вот сейчас можно 0-0-0 забирать-то. Пивка он там даст, но очень сильно он просел, тут еще тавер его фокусит. Ай-яй-яй, это еще только что Аегис, и сюда подлетает вся команда X-Game, убивает одного, гонится за вторым. Doom, конечно же, довольно-таки быстрый бегун. Ну и прилетает Тайт. У Тайда есть Ravage. Должны знать об этом команда X-Game, но и видят, что здесь... Еще и у башни мало хп. Что делал Бен сейчас внизу? Абсолютно непонятно, поэтому его и Nature's Profit убил. Совсем. Ух, 20 на 8, 20 на 8, 15 тысяч там уже по золоту, по опыту там примерно столько же. Короче, как-то даже больше, чем 15 по золоту. В общем, беда-беда. У Ашеров вроде, ну, так, и залетел Фурион. Сейчас надо закрывать Angry Chicken'а. Не нашли его среди трех кустов, и в итоге... Снесли уже все внешние тавера. Вот, друзья мои, вы видели только что наглядную иллюстрацию пословицы «заблудиться в трех соснах». Ну, тут, правда, не сосны были, но вот как-то так это все случилось. Но на самом деле... Кто поймет, что это было раньше? Сейчас коряги какие-то торчащие. Когда листочки были, может быть, это и... Что-то интереснее было. Опять Финсгрип в Nature's Profit, опять выталкивают форстафом. Опять его убивают, ну и что? На этом все. Команда HR больше не может ничего сделать. Ну хотя бы одного убили. Ну, уже более или менее хорошо. Ну вышек-то нет совсем у HR-ов-то. Ну, то есть вообще только Т3 остались вышки. Они, правда, не распечатаны еще там, фуловые, но котел, я так подозреваю, будет там. А смотрите, а правильно делают X-Game? Они вот поняли, что ну реально сейчас не зайти на хайграунд, поэтому просто разбежимся по форме. Кстати, тут. Панда говорит, а может вам и нереально, а мне на самом деле брюмастер. Я что-то с пандой постоянно его называю, ну, был кстати, он пандой. Кстати, посмотри на Тайда. На Тайда. На Тайда. Ага. Вот. Палец стрим такой. Черт, да, это действительно не тот, что купил. Промахнулся, не то купил, но теперь может, все получше будет, я так думаю. Ну что, здесь могут цепануть ребята с команды HR, но не получилось. Тут Ноксик сразу же сделал ТП на базу, ну а Дума просто так не догнать. Вот фейзами там, 452 мувспида. Ну вышли все-таки в пуш, вот так вот разделились, правда, 3 в одной стороне, 2 в другой. Тут как-то, ну, посмотрим, растягивают команду HR, чтобы... Когда поудобнее было им сразу. Ой, Doom слава. Ну, конечно, а дальше что прыгать? Ну, вот оно, видите, без блиндагера просто Doom, да, панды обождет этот Doom, просто вернется. Да, и при этом Doom прям вообще не заметен. То есть, Doom висит, ну и ладно. Он сейчас пропадет, и уже можно заходить, потому что это будет минус один ульт. Да, есть, конечно, Ravage, есть Black Hole, но если зафокусируемся, будет отлично. Держи панду, отлично, отлично, отлично. Ну все, Black Hole и Ravage, отдай не по таймингу, отдали, но Black Hole все еще действует. И панду, нет, сплит он там сделал или нет. Все-таки убили, отлично. Хотя бы панду замесили здесь. Ну и что, надо будет дефать дальше, потому что ребята из команды X-Game вряд ли здесь остадутся просто так. Станут прогеймера, сразу отбегает. Прогеймер может взорваться. Ну и да, это так взорвал. И получилось. Котел тут просто столько дэмэджа вносит этим иллюминейтом своим. Просто нереально. Ну, разводят, катят здесь ребята из команды X-Game. У HR все-таки пропадают хитпоинты. Видим уже половины... КП у половины команды HR, половина ХП и половина-половина, и в итоге улетают. Тавр 74 ХП, как-то так. Вроде Тавр никто не бил, а он типа такой пострадал. Самый пострадавший из всех в итоге оказался. И в итоге 20 тысяч преимущества по голде у команды X-Game, КЗ и чуть-чуть больше 12, там где-то 13 тысяч, да, 13 тысяч ровно. Ну и есть типа около 100 секунд у... X-гейма, чтобы
реализовать преимущество, пока нет ультимейтов. Вот. Я думаю, да, опять же, очень большую роль здесь сыграли ультимейты команды HR, но убили не всех, убили только одного брюмастера, а все остальные выжили и при этом почти снесли сторону. Вот сейчас добьют все-таки эту башенку. Здесь, я думаю... Слушайте, ну башня выживает, там один хранец все-таки догорел, а, да, не отдал. Хайт добил, да, решил, что больше ждать нечего, да. Пытается. И держат, ей, ну успел, там он БКБ поражает, но это было, конечно, поздновато сейчас. А хотя тут панда еще пошел, да есть у него сплит, но у него дом наконец-то дали. Ну честно, как-то сражаться, пытаться панду забрать, пока дом есть, тут что, панда стоит, нет, панда все-таки, наверное, уйдет отсюда. Правда, все ее фокусят, просто вся команда там на панду, но сейчас же вся команда развалится из этого панды, Шеллоу-Грейв на него, Шеллоу-Грейв. И уже выживает, и сейчас еще сделает... ультимейт, наверное, и будет просто гнаться дальше. Зря он. Ага, успел, отлично. А здесь Фурион снес уже целую одну сторону. Ай-яй-яй, какая грязь. И в итоге команда XGameKZ, скорее всего, выигрывает эту первую игру, потому что, ну, уже нет никого абсолютно. Байбеки кончаются. Признает поражение. Признают поражение. Ну вот так вот, ребятушки, в итоге пик, может быть, и решает, но исполнение, как вы убедились, и мы тоже, наверное, решает в большей степени. Вот так вот. Поэтому, конечно, по скиллу, ну реально, по скиллу были там на 3 головы выше, может, даже на 4. Вот так вот. Ну что, поздравляем и команду GameKZ, и, в общем-то, ждем следующей игры, не переключайтесь, оставайтесь с нами.